продано. В Иванове состоялся первый открытый аукцион на право установки и эксплуатации отдельно стоящих рекламных конструкций. Заявки на участие в торгах подали 8 претендентов. Это были первые торги мест, включенных в новую схему размещения рекламных конструкций на территории города. В результате торгов стартовая стоимость лота выросла почти в 12 раз и составила более 600 тысяч рублей. На аукционе в рамках одного лота разыграно 12 афишных стендов на центральных улицах в районе площадей и скверов. На них будет предполагаться размещение информации о коммерческих мероприятиях, но таких мероприятиях, как концерты, цирковые представления, ну и иные городские мероприятия, да, также там социальная реклама будет размещаться на этих конструкциях. То есть такой несколько специфичный вид. Конечно же, нашим намерением является предоставление альтернативы тому незаконному способу использования, в частности, заборов, который очень широко распространен. Вот. Ну, в будущем, если в двух словах, еще планируется проведение торгов, вот как я говорил, по рекламным конструкциям в виде остановочных павильонов, рекламные конструкции в виде видеоэкранов и отдельно стоящие рекламные щитовые конструкции. Пока что мы от них никуда не уходим, хотя хочу сказать, что значительно уменьшено общее число конструкций такого типа в схеме по сравнению с действовавшей ранее редакцией.